Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и вышел новый мод про Сильверова Friday Night Funkin. У нас тут несколько песен, посвященных именно этому потрясающему адскому Казанове с этими вот его пошлыми жестами, ну вы помните. В общем-то, ребят, ну слушайте, ну за Сильвера, за его бравое возвращение, ну поставьте лайк этому видео прямо сейчас, подпишитесь на канал, если еще не подписаны, жмите колокольчик, включайте все уведомления, ну и не забывайте комментарии писать. Story мод, погнали! Я не знаю, на каком уровне сложности играть. Я боюсь играть на харде, мне что-то кажется, ни хрена не пройдем. А, ну собственно, да. В общем-то, игра решила мне упростить выбор. Демонила, Казанова и Атак. Вот так называются треки, в общем-то, три трека. Каждый, наверное, будет последующий сложнее предыдущего. Как это постоянно и бывает. Апрельские дураки... Подождите, нет. Мы уже прошли день дураков. Итак, что вас привело сюда вновь, таракашки? Пи-па-па-па-па. Чё, еще побатлиться? Не, ну, это, конечно, может быть твой счастливый день, мать его. Я-то нашел кучу идиотов, которые пожелали потратить их время, скомпозировав мне парочку новых песен за последний месяц. И раз вы двое, как я полагаю, в общем-то, здесь они это уже сделали. Пфф, ох уж эти вещи, которые люди делают ради 15 минут славы в эти дни. Бабо! Я бы сказал, с ТикТоком, как правило, там даже не 15 минут славы, а, наверное, 10 секунд славы. Не знаю, уже надо новое высказывание под тиктокеров придумать. Да, новые песни. По крайней мере, это, знаешь, последнее время было, пока я сделал вот эту вот последнюю вещь, да? Давненько не было ничего нового. Ты не против, если мы начнем с медленной песни для разогрева? Оп. А, рад знать. Я не против, чувак. Давай все песни будут помедленнее, пожалуйста. Секунду. Так, во-первых, я чуть-чуть убавлю громкость, потому что у меня очень громко. Во-вторых, это не звучит как особо медленная песня. Она выглядит как средняя, не знаю. Так. Ага. А, не, ну чё. Прикольная, кстати, музыка. Так, спам есть, это хорошо. Мне нравится эта песня. Она такая, она... Не шибко медленная, не шибко быстрая. Ага. И мне партия бойфренда нравится, кстати. Она классно звучит. Ой-ой-ой. Ой, понеслась там. Ага. Так, хорошо. Хватит факи показывать. Подлюк, а. Прекрати вести себя так невежливо. Я начинаю проигрывать. Это плохо. Оу. Ну что-то как-то держимся более-менее. Музон вообще топовый. Прям ребят, которые тебе там накомпозировали, Сильвер, передай им, что они молодцы. Мне нравится. Ну вообще, я вам скажу, на Сорвента, на Сильвера всегда классные мелодии. Как-то так получается. Так. Ага. Так, подожди, а чё я там скатываюсь-то? Все нормально же будет. Во, ну ты хоть так держись, а то что-то аж на худшую половину зашли, по-моему. Это я про шкалу здоровья, естественно. Так. Ох, нифига. Счет проклацать. Не, ну проклацать можно. Проклацать можно, это радует. Если бы нельзя было, то все, жопа, ребят. Без спама я бы это хрен прошел. Я бы точно не успел бы перехватить разумом все эти стрелочки, которые тут одна за другой. Давай, давай. Все, отлично. Длинная стрелочка в конце помогла нам поднять наш вот этот вот рейтинг по здоровью, в общем-то, и мы продолжаем. Сейчас будет вторая катсцена, правильно? Ты же еще что-то мне расскажешь, а? Рогатая ты, зараза. Фу, ну ладненько, чувствую себя намного лучше. В общем-то, Деринг сегодня, какой-то Деринг. Отодрать меня решил в музыкальном плане по полной. Деринг мне устроить. Мне нужно ли тебе напоминать о твоих прошлых страданиях, Би? Ладненько, погнали. В общем-то, основное блюдо. Так, что за основное блюдо? А, это основное блюдо. Это мы знаем. Это я должен справиться, наверное. Давайте я проиграю сразу, наверное. Потому что надо посмотреть, как бойфренд умирает в этой модификации. Точно так же умирает. Абсолютно никакой разницы нет. Вот бойфренд даже... Даже не мог, что ли, как-то разнообразнее помереть, а? Ну, ты ж бойфренд, ты ж понимать-то должен, что, ну, в конце концов, на тебя тут смотрят, а? Куда так разочаровывать? Вообще эгоист. Не может даже умереть как-то. Оригинально, а? Так, па-па-па-пи-па. Так,
Так, ну тут ничего сложного. Здесь мы все удачно делаем. Песня Казанова, естественно. Да. В общем-то, это он не мог не исполнить, потому что он должен всем объяснить, что он охрененный Казанова и ловелас, и я не знаю, заднеприводный водолаз и все на свете. Ну, короче, так. Ага. Так. Хорошо. Чудно. Чудесненько получается. Так. Ой-ой-ой. Там кого-то бояться надо на плакате сзади. Слушайте, а я чё-то... Я нет. Плохо, ребят. Очень-очень мы ненадежно. Очень мы ненадежно как-то играем. О, ну вот уже получше достало. Ага. Отлично. Бл-бл-бл. Бл-бл-бл. Куда-то там... Бл-бл-бл. Вот это вот он намутил там стрелочек. Так, ну здесь... Здесь нормально. Ну все, ну хватит уже, ну. Культурными будем мы или нет, Селиверушка? Палец этот убери уже. Это ты у Трики берешь, вот Трики взял при... я умираю, ребята! Ой, говно какое! А как же, а почему же? А что ж такое-то? Почему я жив до сих пор, не знаю. Так, поехали. Ага. Чуть-чуть я выпрямился там. О! Другой разговор. Да ну, блин, это закончится когда-то или нет? Чего у тебя такая длинная песня? Ага. Так, секунду. Почему я живой, не знаю. Так. Па-па-па-па-па. Сейчас, секунду. Па-па-па-пи-па. 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 Па-п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 а. Отлично! Прошел! Я думал, я был уверен, что я не пройду. Я был просто убежден на 200 миллиардов процентов. В самом конце я все время держался, понимаете? Видите, башка его наглая, меня туда зажала прямо. А третий трек, я не знаю, наверное, третий трек точно не пройдем. Эй, ты это сделал? Ты это сделал даже без того, чтобы писать огромные вот эти гигантские стены Рента этот раз? Неплохо, таракашка, совсем. Пип-пап. Эй, что такое? Папа Пилипский, ребята. Не, ну, я же не говорил, что все песни будут целиком и полностью новые. Это же не то, чтобы я предлагал им бабки, чувак. Мне вообще плевать на детали. Мод это и есть мод. Пап-пап. Ладненько. Я бы следил за своими словами, если бы я был на твоем месте, приятель. Разве что, может быть, ты хочешь дать таракашке здесь плохое время, не так ли? Так. Бибоп-скири-бабуп. Чувак. Бибобуп-скири-пипа-беп-буп. Чувак. Бибоп-бабуп, он там материт по полной программе. Ты реально хочешь плохое время? Сейчас что будет, переделка песни Санса или что? Чел, в чем твоя проблема? Бибоп-скири-пипа-пипа-пипу. Да... Легко тебе говорить все это дерьмо. Потому что тебя всегда кто-то прикрывает, несмотря ни на что. И нет, я не говорю о твоей гёрлфренд. Модеры продолжают отправлять тебя в разные места. А когда ты облажался, таракашка, в общем-то, приходит и выводит тебя из проблем. В то самое время, мама и папа, они вообще забанены только из-за того, что какие-то непонятные люди не могут... не могут понять, как работает интернет. Это он про Селивера и Руф, да? А теперь я должен, в общем-то, двигать небо и землю. Просто, чтобы на них немножко посмотреть. Ба-бап! Конечно, я зол! Как я могу быть не зол? Ой, папу пипип! Да не могу я! Мне вообще плевать, что это клише, чувак! Это ты, кто все, весь этот рукус устроил! Из-за твоего существования... И того, как ты разговариваешь, как маленький триндюк, вот эти все твои слова, с тебя невозможно, ты не страдаешь ни хрена. Но эй, раз уж у нас такая причина не работает с тобой, посмотрим, как тебе вот это понравится, ты.
соска Little Freak, да. Ю, соску Little Freak. А, ну все, а, ну понятно. Что это? Это чё, чё? Я соски Little Freak, да, это я, походу. Походу, это я, мне кажется. Вот на этом можно и закончить, пожалуй. А можно и закончить наше веселье, да. Я считаю. Посмотрите на это говно и скажите мне, что я должен здесь делать. Так. Ясно? А, поиграли и хватит, ребят. Поиграли и хватит. Давайте перейдем на всякий случай во фриплей. Посмотрим, может там есть какие-то еще песни. А, демонилока. А, собственно, есть атака лавания. Так, тут нельзя ничего понизить, да? Давайте посмотрим, что за атака лавания. Может она попроще будет. Не, вот эта третья песня, это что-то с чем-то. Это нечто невообразимое, на самом деле. А, ну по... А, и тут такие же правила, да? Тут тебя тоже сбрасывает прямиком вниз, да? Не, давайте не будем, а. Да, давайте обойдемся. Давайте обойдемся, давайте как-нибудь без этого. Короче. Сейчас на Ютубе глянем. Ага. Вот как это выглядит на Ютубе, ребят. Когда, в общем-то, человек умеет играть, в отличие от меня, то ситуация выглядит вот так. Нифига себе, как он это делает? Как он это делает, я не понял. Так. Недурственно. Недурственно. Хорошая музыка, между прочим. О, вот сейчас она прям похожа на Казанову. Переходы некоторые. Так. Ага, нормально. Зашибись. Музыка хорошая. Хорошо послушали. Пусть даже без моего участия, да, я тут. Я просто пританцовываю. Мне так больше нравится. Так лучше. Чем сидеть и рвать себе волосы на всех местах. Я лучше потанцую просто. Вот это я понимаю. Вот это прохождение, вот это летсплей, ребят. Вот это всем летсплеем летсплей. И всем прохождением прохождение, да. Профессионально. Не, ну офигеть, тут стрелочек, конечно. Если бы он тебя не сбрасывал вниз, да, вот так вот резво и активно, можно было бы еще что-то, наверное, поделать, но... Но я чувствую, что дальше там пипец вообще. Так. Так. Ну, в общем-то, злобная рожа у Сильвера, он достаточно серьезно настроен, как вы можете видеть. А, я думал, уже все. Так. Все или не все? А, бойфренд? Ага. Вот сейчас вот, наверное, уже все будет. Трек немного похож чем-то вот на Казанову. Чем-то мне прям напоминает, не знаю. Первый трек, он был такой более, как мне казалось, оригинальный. Но это тоже прикольно. Красиво звучит. Ритмика достаточно такая четкая. Неплохая. Ну и вообще зашибись. Girlfriend вон тоже довольная. Да. И это все. Ладненько, ну что? Ты теперь счастлив? Да. Нифига себе, он что-то сказал помимо Бибу. Хорошо, теперь отвали. Мне уже надоело смотреть сегодня на твою тупую рожу. Ты это, береги себя, таракашка, ты крутой. Так, а это у нас миглование. Получается. Ну тут вообще жесть. Тут, вот это, не, вот здесь вот смотрите, здесь стрелочки полегче уже стали. Они начинаются жестко. Вот это вот жесткое начало такое достаточно, дальше уже чуть попроще. Ну то есть, если есть свободные где-то час, два, три, четыре, можно потренироваться, да? Спору нет. Спору нет! Тем, у кого все время в жизни... просто в нереальных количествах доступно, они могут, да. Они могут. А я вот не могу, да. К сожалению. Поэтому мы просто расслабимся и посмотрим на потрясающие танцы, песни и пляски. Вот эти замечательные. И еще на то, как это падла средний палец показывает. Нахрен ты это делаешь? Так. Угу.
Мне кажется, Санс прослезился, знаете, он со своих скелетных щечек, таких скелетоподобных, просто смахнул слезу и так сказал: «Эх, как быстро детки растут, вот уже выросли на моих песнях, понимаете? Ох, прославляют меня, как это замечательно, да». В общем-то, скорее всего, он бы гордился тобой, Сильверушка. Нифига. Не, ну здесь я бы точно ни хрена не прошу. Надеюсь, вам было интересно наблюдать эту модификацию, как в моем, так и не в моем исполнении. Если это так, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и включайте все уведомления. А на этом мы завершаем. А в общем-то, всем счастливо, всем удачи, всем пока.